9 личный, 37-77 на национальном отборе пару недель назад, 37-70 вчера, 74 сегодня. Это, в общем, тоже говорит о достаточно высоком уровне подготовки, и с таким результатом вполне можно попадать в первую десятку. Вчера была 9-я Британи Боу, сейчас 6-я, при том, что 4 человека осталось в протоколе, и, соответственно, она снова будет в десятке. Тем временем мы отправились на дистанцию Маргарет Бойер и Йенни Вольф, экс-рекордсменка мира, пятикратная чемпионка мира на этой именно дистанции. Ну, у Маргарет таких громких титулов нет, да и результат ее достаточно скромен по современным меркам. 37-54 личный, 37-64 в этом сезоне. Что касается Вольф, 37-14 она пробежала и 14 суток не дотянула до своего некогда рекорда мира 37 ровно. Что ж, и снова Йенни выигрывает этот забег. Она очень мощная спортсменка, очень резкая. Но 37-18 чуть-чуть хуже, чем накануне. И 37-36 показывает Маргарет Бойер. Вот ей как раз соперничество с Йенни Вольф явно пошло на пользу. И по сравнению со вчерашним результатом, и это личный рекорд Маргарет Бойер на 18 сотых. Она улучшает свое лучшее достижение. Но в последнее время, конечно, очень здорово прогрессирует сборная Голландии. Марианна Тиммер, двукратная олимпийская чемпионка, ныне тренер сборной Голландии, тому тоже немало способствует. И, конечно, у девушек голландских